Несколько месяцев священники совершали обряд экзорцизма, но без толку. Дьявол заставил нас верить, что его не существует. Это не Тамара. Это не моя дочь! Странно как-то, что они одни. Где охрана? Где прислуга? Вообще никого. Если мы не добудем денег, Камила умрет. Кто еще в доме? Не спускайтесь в подвал. Помогите мне! Что за черт? Когда нашей дочери исполнилось 6 лет, Тамара перестала говорить и ходить. Малышка спрашивала меня, за что ее Бог наказывает. Она ведь не безумная или больная. Замолчи. Уходите скорее, пока не поздно. Тамара? Тамара? Я никогда не сталкивалась с такой сильной одержимостью. Избавь нас от лукавого, избавь нас от сатаны. Мама, не выпускай его, пожалуйста! Нам предстоит встреча с дьяволом. Тамара?